страшные годы Великой Отечественной войны, разрушившие судьбы и унесшие жизни миллионов людей, можно будет перенестись на мультимедийной выставке «Жизнь», стартовавшей 3 сентября в Ленинском мемориале. Арт-инсталляция, представляющая собой ожившие на огромном экране подлинные фото военных лет, разложенные на слои с помощью современных компьютерных технологий, была создана в Кировской области и высоко оценена федеральными властями. Теперь выставка путешествует по регионам. Ульяновск – третья область, которую видит ключевые моменты Отечественной войны с 41 года до победного 45-го. Посетители увидят жизнь во время войны и задумаются о жизни сегодняшней, да, что нужно ценить эту жизнь, помнить Великую Победу. Поэтому выставка называется «Жизнь». Выставка будет интересна и уже искушенным разнообразными гаджетами и компьютерными новинками зрителям. Равнодушные к военным артефактам за витринами музеев не устоят перед высокотехнологичным мультимедийным представлением. Такие выставки, такие проекты действительно не дают новому подрастающему поколению забывать об этом страшном событии, о мировой войне, о Великой Отечественной войне, помнить, гордиться своей историей, знать свою историю. Выставка «Жизнь» продлится в Ульяновске до 23 сентября. Окунуться в годы войны можно с 10 утра до 6 вечера каждый день, кроме понедельника. Юлия Дегтярева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.